Здравствуйте, это новости спорта. Меня зовут Александр Захаров. Илья Воробьев вернулся в магнитогорский «Металлург». Он сменил на посту главного тренера Йозефа Яндыча. А челябинский «Трактор» начал выездную серию с побед. Все подробности в нашем обзоре. Челябинский «Трактор» одержал две победы на выезде. Оба раза был повержен хабаровский «Амур». Выиграть первую игру подопечным Петриса Скудри не помешала даже задержка рейса. Команда только за час до начала встречи приехала на арену. Победа в овертайме 2-1. В следующей игре черно-белые выиграли уже в основное время, также со счетом 2-1. После матча в раздевалке Петрис Скудри отметил важность победы. Ну, ребят, для себя каждый из нас должен сделать выводы. Почему у нас такое начало? Ребят, это не будет у нас... Скажем так, мы не возьмем с собой дальше. У нас должно быть другое начало. Игры в Хабаровске ознаменовались не только победами черно-белых, но и дебютом 20-летнего нападающего «Трактора» Андрея Гришакова. Да, незабываемые эмоции, конечно. КХЛ, конечно, это уровень намного выше, где я играл до этого. Скорость принятия решений, все. Здесь еще плюс канадская площадка. Первый матч для меня такой. Но у меня есть опыт игры на канадских площадках, так что вроде нормально. Челябинцы продолжают выездную серию. Следующие матчи черно-белые проведут во Владивостоке 10 и 11 сентября. Прямые трансляции смотрите на канале ОТВ и на сайте 1obol.tv. Начало матча в 14:30 по местному времени. Илья Воробьев вернулся в магнитогорский «Металлург» и уже сегодня вывел команду в качестве главного тренера против автомобилиста. На посту наставника Столиваров Воробьев сменил Йозефа Яндыча, которого уволили после трех игр нового сезона. В них южноуральцы уступили СКА и Витязю и одержали победу над Череповецкой «Северсталью». Воробьев уже работал в «Металлурге» с 12 по 2015 год в качестве ассистента, а потом до 2017 главным тренером. За это время выиграл два кубка Гагарина. Последний сезон Воробьев трудился в сборной России, команде СКА из Санкт-Петербурга. Три дня остается до старта этапа Гран-при по фигурному катанию в Челябинске. С 12 по 14 сентября столица Южного Урала примет сильнейших спортсменов мира. На ледовой арене «Трактор» сейчас идут последние подготовительные работы к этому событию. Одними из первых изменений увидели южноуральские блогеры. На экскурсии по арене челябинские блогеры с телефонами в руках. Сразу все выкладывают на своих страницах в социальных сетях и записывают видео. Лика Ким рассказывает своим подписчикам про места силы, там, где есть особая энергетика. Делает она это по всему миру. Аркаим, Индия, Таиланд, Бали. Рассказывает, пройдя по арене «Трактор», сразу почувствовала силу этого сооружения. Это было невероятно. На самом деле, достаточно было просто протянуть руку за порог раздевалки команды «Трактор», чтобы ощутить мурашки по всему телу. Когда ты видишь все за кулисье, это совсем по-другому. Ты знаешь, какие действия, какой труд стоит за тем, что все видят. Все видят просто картинку. На экскурсии по ледовой арене «Трактор» 20 человек. Среди них бьюти-блогеры, мамочки, спортивные обозреватели, бизнесмены и даже пивовары. Им рассказывают, как меняется спортивный объект Гран-при по фигурному катанию. Что будет в холле и какие изменения произойдут на самой арене. Они могут посмотреть вживую. Снять фотографии, снять видео, погрузиться в эту атмосферу, узнать многие тайны, которые недоступны зрителям, болельщикам. В частности, вот подготовка льда ледовой арены к международному соревнованию. Как он красится, как он готовится. Идея провести такую экскурсию пришла Соне Гудим. Она ранее работала как раз на матчах «Трактора» и не понаслышке знает тайны ледовой арены. Она отмечает, у всех, кто с ней пришел, суммарный охват просмотров составляет 250 тысяч человек. Всем участникам сегодняшнего блок-тура подарили вот такие замечательные футболки, а также два билета на гран-при. Соответственно, все, кого вы видели сегодня, будут участвовать на... будут принимать участие в качестве зрителей на самом чемпионате. И я думаю, что они тоже обязательно с удовольствием расскажут про это уже немножко в другом формате. В финале блок-тура для участников проводят мастер-класс по фигурному катанию. Сам же турнир серии Гран-при стартует 12 сентября. На ледовой арене «Трактор» будут соревноваться 109 фигуристов из 34 стран мира. России будут представлять 20 спортсменов, среди которых будущие звезды мирового спорта Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева, а также Петр Гуменник и Артур Даниилян. Это все спортивные новости на сегодня. Далее происшествия. В Копейске семья в одночасье лишилась жилья. Дом, который строили много лет своими силами, сгорел. Выжил ли мальчик-инвалид, который во время пожара был внутри, знает Елизавета Болдырева. Не переключайтесь.